Приветствую всех из Одессы. Сегодня 21 июня 2023 года. Уничтожено 6 шахедов. Ночью 21 июня враг нанес удар по северному направлению ударными дронами иранского производства «Шахед-136». Все дроны «Камикадзе» уничтожены силами и средствами воздушных сил ВСУ над Хмельницкой областью. За минувшие сутки 20 июня силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника разных типов. Авиация воздушных сил совершила десятки самолетовылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в том числе авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами. В Одессе ночь прошла спокойно, у нас не было ни одной воздушной тревоги и на наш регион атаки не было. Берегите себя, берегите своих близких, всем желаю мирного неба, до встречи, пока.